Как сообщает Рамблер, в Швеции вновь хотят сжечь религиозные книги. Полиция Швеции получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсинсборге акций с сожжением религиозных книг, в том числе Корана и Торы. Об этом сообщает телеканал SVT. Напомним, что 28 июня, в первый день праздника Курбан-Байрам, в Швеции политический активист положил в Коран бекон, а затем вместе с ним поджег книгу. Прошедшая возле центральной мечети Стокгольма акция вызвала возмущение по всему миру. В МИД РФ назвали инцидент позорным нарушением прав верующих, а Марокко решила отозвать своего посла в Швеции на неопределенный срок. По информации SVT, 50-летняя женщина попросила разрешить ей провести новую манифестацию с сожжением Корана как можно скорее. По ее словам, реакция мирового сообщества на прошедшую ранее акцию была несправедливой, поэтому она решила выступить организатором новой манифестации. При этом время и место новой акции по сожжению Корана не уточняется, но предполагается, что она должна пройти возле мечети в Стокгольме. В свою очередь, 30-летний мужчина подал заявление о сожжении Торы и Библии перед посольством Израиля 15 июля. Он считает, что эта акция должна стать ответом на сожжение Корана на прошлой неделе и символом свободы слова. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и, конечно же, подписывайтесь на канал. Мы будем следить за новостями и предоставлять вам самые актуальные и последние новости.